Всем привет! Всем привет! Мы на канале «Семья Тумановых», и сегодня мы приехали в Абзаково и снимаем сегодня много всяких крутых игрушек. И мы собрались в номер и будем здесь отдыхать и сниматься, да? Да, мы приехали в Абзаково, отдыхаем и будем открывать игрушки. Вот. Для начала давай посмотрим, что у нас. Тут черепашка ниндзя с мотоциклом. Пью-пью. Ты смотрел мультик «Черепашки ниндзя»? Да. Да? Вот здесь Донателло на мотоцикле, на таком байке на крутом. У него ракетница, смотри, как стреляет. А вот они все черепашки, все 4 штуки. Донателло, Микеланджело, Рафаэль и Леонардо. Яркая игрушка. Боевой байк-мотоцикл с ракетной установкой. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Это не Лего. Ну, это не Лего, но это какая-то интересная игрушка. Давай откроем. Давай. Вот он какой мотоцикл крутой, Дима. А черепашка где? Ой, а что, а черепашки нету в комплекте, что ли? Есть. А где? Не знаю. Нету. Оказывается, это мотоцикл без черепашки, Дима. Надо черепашку отдельно покупать. Давай ракетницу устанавливать будем. Куда она крепится? Судя по коробке, она вот здесь слева у него стоит. О-оу. Устанавливаем светомощные прожекторы. Вот эти желтые, Дим, смотри. Фары у них крутые. Так, наклеим наклейку. Куда она клеится, Дима? Вот она клеится тут спереди, вот сюда. Теперь он с наклейкой. Смотри, какой классный. Давай, поехали. И стреляй с ракетницы. Поехал мотоцикл. Смотри, как выстреливает. Оказывается, вот так надо. Бам! Куда-то улетела ракета. Она с щелчка вылетает. Смотри, он ногой может пнуть ее, и ракета вылетит. Оп! Вот смотри, у мотоцикла подставка есть. Можно поставить мотоцикл, чтобы он не упал. Вот, стоит. Зарядил? Да. Давай, стреляем. В кого стрелять? Ну, не знаю, в кого-нибудь. Просто так стреляем. Дима, у него даже не пули непробиваемые шины, бронированное крыло вот здесь спереди, да. Вот это зеленое, и сзади турбоускоритель, вот тут смотри, вот это турбоускоритель, выхлопная труба такая крутая. Ну что, поехали? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пока-пока. Пока-пока. А мы играем, да, в мотоцикл.